Здравия, друзья! С вами Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Сегодняшнее видео по улучшению качества жизни я расскажу о пути к полной свободе, осознанности и счастью. То есть, что можно делать для того, чтобы быть счастливым. И не просто, конечно же, быть, да, а для ежедневной практики, которая будет помогать становиться все более осознанным и счастливым. Потому что бывает, что мы достигли какого-то состояния, и порой забываем о том, что нужно продолжать двигаться по пути. Достигли и остановили. Знаете, как человек, там, например, вылечился от какой-то болезни, а потом раз и все. И забывает о том, что к чему-то какие-то, скажем так, действия привели его к этой болезни. И не меняет свой образ жизни. И эта болезнь может повториться через какое-то время. Также и с процессингом. То есть, когда человек какое-то время, ну, скажем, не улучшает свое состояние, то оно у него может снова ухудшиться. Вот. А для того, чтобы делать что-то на ежедневной основе, нужно прежде всего желание и знать, что делать. У меня, например, когда я начал заниматься процессингом, дианетикой и саентологией, у меня было огромное желание изменить свою жизнь. Но я не знал, как. То есть я просто был в каком-то таком, ну, можно сказать, одурманенном слегка состоянии, плыл по течению, то есть, ну и то, что я наблюдал рядом с собой, тех людей, да, те обстоятельства, оно мне все не нравилось. Ну, конечно же, не все, то есть были и многие хорошие моменты. Я имею в виду, что мне хотелось быть каким-то особенным, то есть мне хотелось выделиться, и самое главное, мне хотелось разобраться в жизни. То есть мне хотелось понять, а почему жизнь устроена таким образом? И почему те вещи, которые мне сообщают другие люди, они зачастую, я не нахожу их такими же. Вот, то есть я, ну, как бы был такой, можно сказать, белой вороной и смотрел на мир иначе. То есть смотрел на мир как-то изнутри вот так вот, то есть через свое понимание жизни. А обычным людям было, ну, скажем так, просто им хотелось там какой-то забавы. Они выполняли те указания, которые им давали учителя в школе или в университете. А я мог делать так, как я хочу. То есть я был сам хозяином своей жизни. То есть я сам строил планы своей вселенной. То есть я делал то, что мне хотелось. Вот. И получалось так, что был я неудобен для других людей. И они пытались как-то меня вытеснить, что-то сделать такое, чтобы как-то наказать меня за своего своевольничества. Вот. И что происходило дальше? Дальше я понимал, что этот, ну, скажем так, разрыв, он постепенно будет увеличиваться. И поэтому мне необходимо что-то такое, что поможет мне справиться с этим разрывом. И в итоге, в один прекрасный день, когда уже, можно сказать, я не ожидал, что это произойдет. То есть у моей мамы была подруга, которая как раз и занималась, ходила на курсы, обучалась аудитингу, процессингу, дианетике, саентологии. И в какой-то момент мама, то есть подруга подарила ей книгу «Дианетика». А мама ее прочитала и передала мне, чтобы я тоже почитал. И вот так я познакомился с этой прекрасной технологией по улучшению качества жизни. И потом постепенно я поехал на курсы, начал обучение в академии и понял, что тут вот есть те знания, которые действительно помогают в улучшении себя. И не только в улучшении себя, а самое главное, что я познаю мир, я познаю, какой он на самом деле. То есть не так, вот как объясняют в школе учителя или там где-то написано в интернете или как там говорят по телеку, а я познаю мир вот именно с помощью собственных озарений. То есть не потому, что даже там кто-то из саентологов мне сказал так, а я познаю это так, что я вижу это своими глазами, чувствую своими органами чувств. Самое главное, я понимаю его интуитивно с помощью озарений. Потому что каждая сессия аудитинга, процессинга приносит озарение, то есть новое понимание жизни. И в каждой сессии уходит какой-то негативный заряд, потому что мы его рассматриваем, рассоздаем, убираем. И вот как раз за счет этого рассмотрения, рассоздания заряда становится жить легче, лучше. И что самое важное, я чувствую, вот когда происходит это озарение, такое громадное облегчение. То есть я чувствую, что как будто камень с плеч упал, и чувствую такое вот ощущение, что стало легко на душе.
Вот. И самое важное, что когда занимаешься сессиями каждый день, то это состояние все увеличивается и увеличивается. То есть оно расширяется, происходит расширение своего собственного пространства, создание новой вселенной любви, радости и счастья. Вот. И я хотел еще рассказать как раз о том, что эти шаги, то есть по которым я двигался и двигаюсь, и двигаю других людей, они называются мостом к свободе, к радости, счастью. Почему мостом? Потому что в обычном состоянии человек находится зачастую, ну, скажем так, в малой степени осознанности. А когда состояние человека увеличивается, увеличивается его осознанность. И, конечно же, ему становится легче, лучше. Вот. И такие шажки, они ведут от обычного состояния к состоянию гармонии, радости, счастья и свободы. Вот. Это как будто мост такой, перекинутый через пропасть. И каждый шажок, каждая ступенька приближает к тому, к той стороне моста. А на той стороне уже, конечно же, состояние благополучия, счастья, радости. Но это, конечно, не значит, что один раз прошел по мосту, и все, и больше тебе ничего не нужно. Конечно, даже когда прошел по мосту и достиг состояния вот этой гармонии, радости и счастья, то следующими шагами является делиться этим с другими людьми, направлять других людей, проводить их тоже по мосту к счастью, гармонии и осознанности. Потому что чем больше у нас будет таких осознанных и счастливых, тем, соответственно, будет другая жизнь, наполненная гармонией, радостью и счастьем. То есть будет жить каждому здорово и хорошо. То есть у нас будет все, ну, основано на сотрудничестве, на понимании, на гармонии и счастье. И, конечно же, каждый человек будет при этом доволен, радостен, то есть, потому что нам будет приятно и комфортно общаться с друг другом. И вот к этому именно я приглашаю вас, приглашаю в Академию счастья на процессинг для того, чтобы пройти по мосту к полной свободе, достичь состояния гармонии и счастья, потому что каждый из нас, я уверен, достоин этого состояния просто потому, что мы внутри все хорошие люди. Вот. А омрачают нас именно вот эти негативные заряды, которые накапливаются с детства и накапливаются в других жизнях, в других воплощениях, их становится много, и они нас перегружают. А когда мы их очищаем, весь этот слой, то становится снова легко на душе, состояние улучшается, и мы радуемся жизни. Поэтому, друзья, давайте будем вместе улучшать состояние и вместе помогать друг другу в этом. Потому что я уверен, что у каждого есть много хорошего, и мы можем убрать вот этот негативный заряд и стать лучше, стать осознаннее, стать более счастливыми. Вот. Если вам это видео понравилось, то поставьте отметку «нравится», там палец вверх, колокольчик есть, на него нажимаете, чтобы знать о новых видео. Я их буду записывать сейчас ежедневно. И, конечно, по средам проводить в 19:00 прямые эфиры. Так что тоже буду рад всех видеть. Можно писать вопросы заранее, на которые я с удовольствием отвечу. Также я доступен в соцсетях. Все контакты будут ниже под видео, и вы можете написать мне в любой из соцсетей, добавиться в друзья, и я отвечу на ваши вопросы. Вот. На сегодня, пожалуй, все. Я всем желаю гармонии, радости, счастья. Подписывайтесь на мой канал и смотрите следующее видео, которое будет совсем-совсем скоро. Вот. Так что до скорой встречи, друзья. Удачи и гармонии, осознанности и счастья.